В школе номер 8 города Шадринска 27 января прошло мероприятие, приуроченное к одному из знаковых событий Великой Отечественной войны – 80-летию со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Встреча была проведена для детей младшего школьного возраста и дошкольников. Ее организаторами выступили библиотека-филиал имени Фофанова и Дом культуры нового поселка «Созвездие». Говорить о войне детям сложно, поэтому организаторы акции постарались в доступной форме передать ребятам информацию о тех трагических событиях. Малыши, как и взрослые, должны помнить свою историю, знать своих героев, уверены работники культуры. Мероприятие большое, мероприятие значимое, поэтому вот мы скооперировались, и библиотека вместе с Домом культуры приготовила такой, я бы даже сказала, концерт, освященный дню снятия блокады Ленинграда. На мероприятии детям кратко рассказали историю героической защиты северной столицы, показали отрывки документальных фильмов, представили данные из архива. Творческий коллектив Дома культуры «Созвездие» подготовил для ребят военные песни и рассказ о тех самых 120 блокадных граммах и ужасных 872 днях осады. О планах по проведению мероприятий, связанных с историей Великой Отечественной войны и не только, рассказала заведующая библиотекой филиалом имени Фофанова. Впереди у нас еще много интересных мероприятий, много интересных проектов, совместных проектов, которые мы будем, например, проводить уже очень скоро. И они посвящены дню рождения Курганской области, у нас уже совсем скоро 6 февраля. И будем проводить интересные праздничные концерты, посвященные этой дате.